I had a break, so yeah. And well, now I love fundraising. Yeah, and you have many, many millions of followers on Instagram. Now look at your Twitter account, which you posted this week, and you've got what? You've got 1.2 million. I know. That's a million people waiting for you to say something. Don't say anything. So now you understand why I haven't said anything. No, that's absolutely fine. So tell us about last Christmas, Elliot. Tell us how you were involved with it. Well, my agent told me to have written a script, and I immediately jumped at the chance to read it. So I've read that you said genuinely what happened, that you heard that Emma Thompson written the script and did you want to be involved with it? You didn't look at the script? No, I didn't. Вот это чёрт нового времени. Проливших по грехам нашим реки братской крови ради собственного самоутверждения, подчеркнем. Это как бы падшие ангелы из среды народной, призывающие народ к самоуничтожению, что и проявляется в бесчисленном сонме безумных пристрастий в среде народа народной на сегодня. Это дурная страстная наследственность потомков протестантов, протестовавших вот в виде этих Разинов, Пугачевых и так далее. В-третьих, вот я назову теплохладных людей, весь интерес которых направлен на обеспечение собственных бытовых благ, на поддержание щадящего климата социального болота, климата безликости. Вот этот опыт, тоже опыт. В общем, любому наблюдать и изучать традиции верований, то откроется, как из соблюдения заветов рождаются традиции. Это промежуточная субстанция.